Ребятки, всем привет, с вами Александр, Джорск Волдлай, как вы поняли, это мой заповедник, да, вот эти вот твари у меня тут находятся. До возвращения существа остался один день, у меня есть очечки, давайте будем кормить своих существ. 9-12. Вот. Этому парню лучше накидать. Ну, вообще-то, конечно, очень мало, вот мы видим, оно тут даже по счетчику добавляется. Да, так, барионикса не будем. Так, что с тобой? А, да, вот это. А, ну что, у меня тут 5000 есть. 15 генчиков добавилось. Здесь 14. Так, и дракорексов давайте напихаем. О, дракорексов у меня мало, да. Так, ладно. Так, ты пожрал, давай поиграем. Ну, давайте волшебную трубу. Давайте мы о тебе позаботимся. Рано нажал, да? Не показали нам анимацию, наверное. Или показали. Ну вот еще тут бы круговое вращение добавили. Было бы хорошо. Ладно, скормим все оставшееся мясо. Ладно, давайте пожертвуем кому-то. Вот у меня соседи появились. Так, а чей ты? Это Мансун. Рекс Пупсика. Прикольно. Ну-ка, Пупсика, отзовись в комментариях. Тираннозавр 88. У него здесь монолофозавр. И у кентрозавра тираннозавр. То есть два тираннозавра. Ну, Пупсику. Конечно, такое имя хорошее, надо покормить. Пупсик. Ам-нам-нам. Вот так вот, кстати, я так, по-моему, я проходил мимо заповедника, и что-то в него нельзя зайти, то есть то я зашел в свой заповедник только через существ. Где ты там? Вот, вот здесь вот, короче. Вот свои существа нажимаешь, и там войти в заповедник тебе тут. Вот такая вот есть возможность. Хотя, может, я что-то, короче, напутал. В общем-то, ладно, после этого видео я проверю, загляну в тот заповедник. Так, а у нас сейчас, ребятки, есть вот такие вот дела. Так, ну-ка, раптор. Сколько у меня генов раптора? 70 тысяч. 70 тысячонок, ладно. У нас есть супер-пупер-мега крутая башня. Так, добрел, короче, вот до того места, где были, типа, наши заповедники. Я, по-моему, вот в этот заходил, но они сейчас, типа, все пустые. То есть они как-то, ну, исчезают. То есть твой заповедник не привязан ни к какому месту, его просто нет. Так, а вот то, что нас ждет. Команда противника Саркариксиса, Сарказух обыкновенный, потом Эйниазух, Эйниазух. Тоже прикольное существо на начальных уровнях, и Саркариксис. А что у нас Эйниазух? Эйниазавр и Сарказух. Да, вот потому он здесь и есть. Так, и кем мы будем с ними бороться? Чем у них тут особенного такого? Очищение, регенерация. Ну вот у этого парня надо смотреть. Усиление. Паралич. Ну такого ничего особенного у него нет. Так, тут у меня уже команда-то прокачалась. Не знаю, кого бы взять, Давайте вот из тех, может, кого я уже прокачал немножко. Вот, вот так давайте возьмем. Надеюсь, хватит. Ну, вся надежда на нашего трикозавра. Иммунитета у них же вроде как нету ни у кого. Начнем с нашего шустрика. Так. Ну давайте, первый удар не сильный у него. Нам больше опасаться нужно второго. Вот это поворот. Взял и, короче, и прошел. Да, вот этого я не ожидал. Так, ну давайте ему немножко снизим. Но сейчас будет больно.
паралич, конечно же, сработал. Блин, тут надо валить, иначе ему хана. Сейчас своими этими бронебойными, блин. Он, короче, удивил меня. Ну, у него нету бронебойных ударов, в принципе, можно так отсидеться. Хотя нужно было вот сейчас. В следующий раз я буду атаковать уже сильным ударом. Наверное, перестарался. Ну да, этот один удар я его мог пробить. Ну, ё-моё. Что-то он много нам проблем создал. Вот это, кстати, парень тоже проблемы любит создавать. Скорость, скорость, скорость. Ну, давайте обычным ударим, а потом опережающим. А нет, он не захотел нас замедлять. Но мы, в принципе, тут все, на контратаке можем отсидеться. Ну, ладно. Вообще-то не так я хотел, чтобы все случилось. Да, да, заметил, но и не друг. Контратака неизбежна. И остался обычный саркозух. Но просто не хочу побеждать его всех своим трики. Давайте мы тут немножко... Блин, следующего удара я тупо не выдержу. О, вот это крит был. Опережающий. Может, еще кританешь, добьешь его? Блин, кританул, но не добил. Но он походит первым. Увы. А, он атакует только простым ударом, то есть он не использует. Ну, тогда ханать. Но, конечно, Эрли Доминус меня подвел. Я-то думал, сейчас в невидимость уйду, один удар по любасу должен выдержать, и там потом лупану его двойным, а фигушки. Не фартануло, не свезло. Зато красивый инкубатор у 15 тысяч нам не помешает. 200 эпических саркариксисов. 4950 дракорексов, ооое! Ангелосы ненужные, орнитомимы пока не нужны, на дозавра у меня и так достаточно. Перораптор, ну такое. И кентрозавр. Так. Драка... Это для дракоцератопса, да, он мне нужен? Где этот... Где мой дракоцератопс? Вот. Это вот для него. Для него мне нужен дракорексики. Сколько их тут надо? По 500, но сейчас можно чуть-чуть посоздавать. Двойной урон. Ну, расходуется по 500, понимаете, очень быстро. А сколько у меня 30 радусов? О, 78 тысяч, притом я их не ловил. Это все насыпало. Ну, 40 тысяч потратил. Так, ну на самом деле... Ему можно вкачать, но у меня не так уж много. Прикольно, если его вкачать, то будет больно.
Ну, лучше его сначала, конечно, просто так прокачать. Еще на уровень 2 я смогу его качнуть. И будет хорошо. Так, ну и эти награды я уж как-нибудь соберу сам. Команда за битва за усиление скорости. У нас команда скоростных тварей. Это у нас Дейнахейр, да. 131 скорость. Это у нас Эрлик, 129 скорость. И еще один эпический Эрлик, 129. Да, вот, кстати, вот из этого тоже делается Диларахейрус из Дилара... Из Дейнахейруса, хотел Диларанозавра сказать. В общем-то, мы пойдем вот такой вот командой. Кто у нас тут шустрый? Ну, вот этот 131 шустрый. Этот 129-й. Эти два парня помедленнее будут. Так, замена с нейтрализацией. Кстати, у кого-то у нас есть снайперский выстрел, так сказать. Ну, с Меладона должен быть снайперский выстрел, да. Это просто. Так, а у тебя что? Обнуляющая замена, кстати, классная тема. Тогда начинаем со Смелодона. Будем начинать со Смелодончика. Или даже нет, может на Скрутозавра начать. Сейчас надо подумать. У кого там нету эффектов с подменой? Ну, Смелодон. Так, Эрлик. Ничего себе, как нам фартануло. Так. Ну, давайте так попробуем. Может, если уклонимся, будет хорошо. Если нет, то... Ну, хотя бы пол урона получили, это отлично. Две перцовки кританули, отлично. Так, Дейнахейр, так, что он будет делать? Двойной урон. Нифига себе он выжил. Слушайте, я не рассчитывал на вот это. Вообще-то я хотел подмениться, да. Подождите, почему он быстрее? Он должен быть медленнее. Не пойму. А, он себя ускорил, сволочь-то такая. На тебе такое. Не надо ускоряться, это нехорошо. Ну, мы выдержим этот удар. Так, ну давай свалим, что ли. А, черт, я что-то перепутал. Я думал, он сваливает. Я думал, он по Гуанадон. Он после очищения сваливает. Пробил такие, вот гаденыш. Ну и добиваем. Ну вот как это.
25 жетончиков на скорость, отлично. Так, давайте смотреть, что у нас там еще есть за призы. Так, теперь у нас пахичи раздают. Это хорошо. Так, улучшаем наши награды Альянса. Да вот нам бодренько, еще почти 5 дней, а мы уже третий ранг получаем. И вот почти уже получили. Практически, там чуть-чуть не хватает. Сколько тут них, что нужно сделать? Проведите необходимое количество прямых попаданий. Ну да, тут один, конечно, тысячу не настреляешь. А у нас сегодня Эдмонты ловятся. И я буду ловить именно их.